Роль конституционной реформы в построении нового Казахстана обсудили в Туркестанской области. Там с рабочей поездкой побывали депутаты Мажилиса, они встретились с жителями аулов Тюлькубасского района. Члены республиканского партийного штаба разъяснили суть референдума и рассказали о порядке его проведения. Своим мнением в ходе встреч с парламентариями поделились и сами сельчане. Главная цель нашего приезда – разъяснить населению о том, какие поправки в Конституцию планируется внести. Мы выслушали и предложения самих сельчан. Они самые разные. Например, была затронута тема пенсионного возраста женщин. Люди просят его снизить. Это очень актуальный вопрос.